Вы смотрите обзор товара биопрепарат компост, 90 грамм. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Компост. Применяется для глубокой переработки органических остатков и кухонных отходов в перегной для подкормки растений. Обогащает компост биоактивными свежими микро- и макроэлементами, доступными для растений. Уменьшает объем отходов. Нейтрализует запах гниения. Вытесняет патогенные микроорганизмы. Улучшает структуру и рыхлость компоста. В теплый сезон компост готов через 3-4 недели. Способ применения. Для 1 кубический метр отходов использовать 3 пакетика. Порошок развести водой, равномерно полить компостную кучу и накрыть ее. Один раз в неделю ворошить кучу на глубину 15-20 см. При необходимости дозу можно увеличить. Готовый компост вносить под растение или развести водой и полить растения. В малых объемах компост можно приготовить в черных полиэтиленовых мешках. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.